Кушпотава. Дэмэджа много в него. Сейчас же в дарке от наемник. Просто в лоб врезается у нас мидеру команды Вим. Ну и третий хук. Иди сюда, дорогой. Ну и опять же, здесь Кейс. Никуда не деться. Первый фраг пошел у нас от Пуджа. Сейчас, если вылезет Маловский, то задница будет ему полна. С другой стороны, опять же, на него агрессию реалити организовывают. И хуком у нас останавливает перед брейкера Пудж. По нему достаточно плотный дэмэдж. Полетела банка у нас от Огр Мага. Подожгли всех. Фаербласт по реалити. Реалити на лоу хп 20 и выживает. Выживает Кин оф Пейн. Сейчас через Дизмембер, через Фаербласт, скорее всего, будут забирать Папу. Начали стопить ее. По таймингу пошел Фаербласт. Квапа здесь умирает. Кукла Куджа и за всю боль отвечает, которую пришлось испытать на мидле. Бладласт продолжает. Постоянно у нас бустит. Но при этом давление какой-то от команды Тирай постоянно. Кук у нас по Хэнни. Хэнни ловит у нас еще и Игнайт. Но и Хэнни вряд ли отсюда уйдет. Догорает у нас Хэнни. Огрмак забирает этот фраг. Разгон у нас на топ-лейн. Будут забирать. Ну и бим-бэм. Для кого же ты здесь остался? Какой офигительный хук. Дизмембер тратить вряд ли будет здесь Маловский. А, кстати, могут-то и не добить. Нет, успевают все-таки добивают. Так, забирает у нас. Так, и Дизмембер вот теперь там может и пригодиться. Соник Вей пошел у нас от попы. Маловский на лоу хп. На лоу хп здесь кот. Пудж перед смертью забирает у нас еще и снайпера. Даблкил от реалити. Погоня за Пуджом. И динай. Все, на этом закончилось у нас противостояние. 5-8 становится счет. Класс. Ремнан Джуниор на лоу хп, еще и под шрапнель. Ульта так, между прочим. Бим-бэм на лоу хп. Разор, Eye of the Storm уже. Пошли каски по нему, каски по крипам. Проклятие пошло у нас на Разор. Разор Eye of the Storm успел включить. Вот Мека сейчас вообще не помешала. Кстати, можно-то и файтиться. Можно файтиться, потому что дэмэджа Разор уже насосал тут миллион просто. Сюда иди. JT отправляется в таверну. Нашли чем отомстить. И шрапнель так вот. А куда шрапнель? Просто с перепугу шрапнель себе под ноги. Там, где он был до этого. И дальше продолжение у нас. Вот Маловский подожгли бим-бэма. Наугад хук или не будет? Нет, не будет. Так, а здесь загоняют. В любом случае, чайника нет. И об этом должны знать игроки команды TRI. Бим-бэм у нас отправляется в таверну 100%. Правда, каски летают слишком долго. Ну и Акс. Берсеркер Коу ждет. На кого бы провязать? Реалити просто разорался на всех. В таверну Пуч, в таверну Акс. И Кот СМ здесь тоже останется. Где у нас в это время Разор? Разор в это время у нас на легкой линии. Продолжает носить, кстати, его могут и забрать, но у него есть чай. Пошел дизмембер по нему, надо убивать его до появления чайника. Чайник не успевает. Разгон у нас по Маловски, надо отпиливать самого себя. Ульта в него же и бежит у нас перед брейкер. И добежит таки. Кстати, Маловский уже неоднократно у нас забирал хуком разгон Charger Darkness. Все, Charger Darkness в никуда. Незер Страйк не успевает, на голову кирпич, Незер Страйк. Так и останется у нас в итоге со Спирит Брейкером вся команда Тирай живая. Ремнант под тавер, да они тут просто упоротые. Ребята из Тирай дальше на Вич Доктора. Под Дезвардом, не под Дезвардом, плевать вообще, Акса потеряли. Маловский, наверное, не успеет ничего с ним сделать. Незер Страйк вытаскивает у нас Разора, но так. Снайпер на лоу хп. Куко от Пуджа, иди сюда. Еще один килл, 7-5. Пассива продолжает не качаться. 9-й левел, дизмембер и в максимум рот и хук. Безусловно, безусловно, у нас шадоус от самого Пуджа. Дизмембер есть. Начинает у нас жрать на Йоми, но здесь сейчас через хук. Просто вопрос, как я так понимаю. Решится нет, каски у нас. Каски на Маловский. Маловский перед смертью забирает у нас перед брейкера. Забаньте его в комнате. Вот СМ. После Незер Страйка между кустами мансить, мансить, выманшивать. Тэп-аут старается сделать у нас Кот СМ, и мимо проходит на Йоми. Оставайся, мальчик, с нами. Полежи себе в кустах. Так, ну что, счет 20-12. Реалити ловят. Дизмембер по нему. Ну и здесь удачно чайник пошел у нас у плеча. Уже у нас Блейдмейл есть на Пудже. Eye of the Storm у нас от Афы. И Пуджа здесь никто не выйдет. Афа дальше за Бим-Бэма. Бим-Бэм здесь остается. Голем Варлока готов тоже у нас файтиться. Ремнант Джуниор, когда же у тебя роднуля Даггер появится? 18 минута уже у нас. Сложная линия команды Тирай до сих пор без Даггера. Все, отжимается у нас пауза. Ну и Афа просто здесь за JT.
Керри против Керри. Тут уже встреча приличная такая у нас на Афу. Афа в итоге у нас делает даблкил. Реалити на УХП просто отсюда сваливает. А Акс в это время, кстати, еще неплохо так дрался против Наёми и Наёма. На 50 хп у нас уходит, а в это время Разор забирает третий фраг. Третий. И опять в инвизе у нас бежит Маловский. Бладласт на нем есть. За ремнант вряд ли у нас идет спиритбрейкера, поэтому да еще и спиритбрейкер. Сам по себе отходит? Нет, спиритбрейкер возвращается. Будут проблемы. Самому, конечно, пугу не съесть у нас. А вот поймать сейчас же Даркнесс может и получится. Акс закрыт на себя у нас на Йоме. И на Йоме здесь и остается. Акс забирает еще один фраг. Даггер реализован. Ну и кто-то Сэм видит на Йоме. На Йоме также видит еще и Малов. И сразу же агро у нас пошел на Пуджай. Полетел чайник по нему. И дальше чайник у нас на Ремнант Джуниор притягивает. У нас Маловский кого-то там и вгрызается в Бимбэма. Плазмафилд у нас от Апа. Пошла Мека. Потеряли только Акса, а здесь потеряли Вич Доктора. Апа может на хайграунд зайти. Там тоже парень, ой-ой-ой, какой сумасшедший. Наёми в таверну отправляется. Кота Сэм дальше бежит. Это же саппорты. Ребята, имейте совесть. Ну и вот вам саппорты. Просто загнали у нас снайпера на хайграунде. Маловский, слоуграунд. Можно уже тянуть, притягивает к себе Наёми. Дезмембер по нему. Реалити приходит сюда. И Реалити, кстати, отсюда не уйдет. Реалити 100% здесь и останется. Ну и Реалити у нас развалился. VMJT на Маловский. Маловский отсюда уходит. Хук никуда он не уходит отсюда. Я здесь, говорит, с вами останусь. На тебе по голове. Ремнант Джуниор забирает еще один фраг. Дальше за JT. JT отдаваться к Кентавру не получилось. Ну и хук есть у Маловский. Ремнант, иди ко мне. Давай вместе. Хватится, не уходи. Ну, 24-25. 3 в 4 пока что файт. Каски здесь разделят. Ой, как долго игроки команды. Тирай. Да не расходи, достаньте уже, пусть уже полностью доработают эти каски, и потом уже двигайтесь дальше. Акс у нас уже прыгает, черт знает куда, хук есть от Пуджа, Бимбэм, оставайся. Time to push. Так, Разор у нас, кстати, еще и, я так понимаю, в БКБ будет собираться, вообще с ним делать толком нечего, притягивает у нас Вич Доктора, без касок будут файтиться, и будут файтиться без... Ой-ой-ой, как Кенни больно, а! Кенни-то у нас разваливается просто от Блейд Мейла Пуджа. Это просто жесть. Уже здесь у нас Пудж. Хук у нас в никуда. На лоу хп уходит Реалити на хайграунд. Джейтис. Хайграунд Афу мог бы расстрелять. С кого дэмэдж тут насосали? С Квапы немного. 56, кстати, плюс у нас у Разора. У Разора есть аганимы. Страдают постройки уже на хайграунде. Бараки и линия рассыпятся. Безусловно. Маловский стоит как будто ни при чем. Хук у нас Джейти. Подошел Джейти у нас к Маловскому. Маловский дальше зарядит. Блейд Мэйл просто включает и просто начинает наваливать по бедняжке Квапе. Ой, какая жесть для команды Вим. Они просто не очень понимают, что произошло. И как это произошло, и в какой момент это произошло. Маловский на лоу хп. И касочки здесь-то поделят между собой. И Маловский 550... Да какие 558? 1020 отдает у нас Вич Докару. И еще и Афа здесь отклеит. Какой-то знакомый стилек, знаете ли. Сливать несливаемое и выигрывать не выигрываемое. Видят у нас JT. JT никуда у нас не денется. Хук просто на то, чтобы поймать JT или перекрыть ему путь. JT в дымняга здесь останется. Moon of Shadows провязал Акс. И вот теперь, кстати, от чайника-то она поможет. Падает у нас голем на голову к команде Vim. Чайник очень плотно летает. Забирают Пуджа, забирают у нас Варлока, забирают Акса. На лоу хп здесь кот СМ. А где Афа в это время? Он в это время гуляет на мидлейне. Он не подходит у нас файт. Маловский начинает отделяться через кук. Через дизмембер. Хани тоже в таверну. Даблкил у нас от Маловски. Наёми пытается сделать у нас степ-аут. Ну и лучше ничего здесь ему сделать не смог. Наёми побежал у нас уже Маловский. Маловский у нас, кстати, под отравой от Вичдокера. На лоу хп Маловский начинает отъедаться от реалити. Здесь Аганим чудеса просто творит от Джора. Соник Вейв от Маловский. Наёми на лоу хп. Но здесь уже Афа просто раздает налево и направо. Вливает за Сторм нет. Он при этом с руки просто здесь наваливает. Ну, всему как бы свое время. Ремнант бежит у нас за JT. Прыжок по нему. Берсеркер кол. Реалити здесь. Прыгает какой-то Сэм туда. По голове сверху по снайперу. Снайпер отправляется в таверну. 36-34. Ух. Он же мага. Хвостик есть. У него висит хвостик енота на поясе. Вот это скаут. Хвостик енота. Это самая милая ерунда, которую я вообще видел в доте. Правда, хвостик енота надо было оторвать, но не очень мило. Тем не менее, Маловский съедается в Бэма, сразу же вырезается в него на Йоми. Никуда у нас Чаутик Офферинг, зато при этом архивал стопит Бимбэма очень плохо.
Бим-Бэм отправляется в таверну. Без капитана придется дефать в сторону, если вообще придет. Крипы уже подходят, но и здесь, естественно, Eye of the Storm у нас от Разора. Разор собирает себе еще и Мейлстром. Поздновато, конечно, но тем не менее. Кенни у нас отправляется в таверну. Наоми врывается в Ридика. Растолкал всех, а теперь просто назад. Пропустите, пропустите, пропустите. Ой, нет, мне не туда. Запад бежит у нас реалити. Sonic Wave неточный. Неточный, это ошибка реалити. Стоит целой стороны команде Вим и, скорее всего, победы. И, скорее всего, стоит первого места. Команда TRI со счетом 40-34 на 38-й минуте. Имеет преимущество 15 и по голде... 15, точнее, по голде, даже 16 по экспириенсу 8. Это Team Wipe и минус 5. И, по-моему... Пора писать ГГВП, Грац. Разгон у нас от Наоми. На самого дальнего и просто в никуда отправляется разгон, потому что он постоянно встречает ноздрями пуху от пуха. Просто постоянно грюк летает в лицо у нас Наоми. И все это так больно и неприятно. И все, еще один тимвайп. Минус 5 опять от команды Тирай. Они все очень битые. В это время у нас, кстати... Ай-яй-яй, не надо стоять рядом с агонимным ультом-то. Разор. Разор. Какой несчастный Разор, а. И Разор, скорее всего, отваливается. Достоялся рядом с крипами, не учил матчасть. У нас по доте Пуч идет похилиться. Пуч уже включил Лотус Орб, им реалити. Под Ремнантом. Ой, под Ремнантом, точнее, под Лотус Орбом. Под Дизмембером. Мало того, что умирает, еще и кучу хп дарит у нас... самому Пуджу. JT закрывается в кустах. Его видит Акси, если не видит, то примерно понимает, где его соперник. И просто стоит под хайграундом. Не может достать. Не получается. Да, Агри на себя, все будет нормально. Стали. Посмотри на них. Стали. Не может стрельнуть. Просто не получается. Под берсеркер колом, но он не видит, по кому стрелять. Не понимает, что вроде как надо кого-то бить, а кого бить непонятно. Ну и JT здесь уже доигрался, конечно. Киллинг спри от Маловски. 29-20 у Пуджа. Это 20, это пробел 9, это пробел еще 20. ГГ, ВП пишет команда Вим. Маловский, конечно, здесь умирает. Байбекается, я так понимаю, прилетает назад. Нет, ничего такого. Просто постепенно падает у нас трон команды Тиера. Перемещается катапульта. Катапульта сделает уже свое дело. Катапульта свое дело делает.